Работы по очистке озера начались 12 марта 2023 года по указу президента Садыра Джапарова. В прошлом году водолазы извлекли более 20 тысяч килограммов различного мусора и 218 тысяч метров рыболовных сетей. В один из дней глава государства сам принял участие в извлечении сетей и мусора. Согласно данным МЧС, в этом году из озера Иссык-Куль выловили 40 тысяч метров рыболовных сетей и около 6 тонн различного мусора. Мы очищаем озеро с прошлого года на глубине, начиная с 3 метров и до 40 метров. Была создана рабочая группа, куда помимо наших водолазов входят представители правоохранительных органов, Министерства природных ресурсов и Акима. Также в настоящее время браконьерство все еще продолжается, несмотря на то, что это запрещено законом. Граждан, нарушивших закон, мы в оперативном порядке передаем милиции. На сегодня очистительные работы продолжаются. Серьезное негативное влияние на чистоту озера Иссык-Куль оказывает мусор, оставленный отдыхающими. Он разносится по всей акватории, когда дует ветер. Граждан страны и всех отдыхающих власти призывают бережно относиться к озеру, ведь это уникальное природное достояние требует особого внимания и заботы. Хотелось бы попросить наших граждан, пожалуйста, не будьте равнодушными в отношении нашей жемчужины. Не сорите и уважайте труд людей. Чтобы сохранить чистоту и экосистему озера, важно не оставлять мусор на берегах и в воде. Каждый посетитель должен помнить, что его действие напрямую влияет на состояние озера. И только общими усилиями удастся сохранить его для будущих поколений. Также в пансионатах и в домах отдыха проводятся разъяснительные работы среди отдыхающих путем собраний с участием местных властей. Кроме этого, специалисты МЧС на берегу озера показывают, как очищается берег и дно озера. Один момент, который огорчает иногда, это, конечно, мусор, который люди несут с собой на озеро, бросают его здесь. Вот это, наверное, самое то, что хотелось бы пожелать, ну, чтобы люди за собой следили и чтобы люди все-таки любили это озеро, ну и берегли. Сегодня работы по очистке озера ведутся в западном направлении. После они продолжатся на южном побережье и завершатся к концу октября. Отметим, что в прошлом году из республиканского бюджета было выделено 100 миллионов сомов на очистительные работы вокруг озера. Эрмек Уренгейфельд, Даран Арбеков, ЛТР, Иссык-Кульская область.